Но сколько можно так делать? Боец дает руку, а получает рассечение уже на первых секундах боя. Злости этого бойца нету предела, и он начинает бездумно дубасить этого хитрожопого. Ответьте мне, разве такая победа приносит кому-то радость? Подсознание точно не даст тебе эндорфина. Вот и Крысавелла поэтому психует и орет. Но поезд ушел. У твоего соперника ты активировал режим ярости, и в такие моменты человека тяжело остановить. Ну чё ты зажимаешься? Показывай, на что ты способен. Ты же хотел победы. Но как только соперник дал отпор, ты сразу просел как девка. Я всегда знал, что нету духа у тех, кто ставит наравне хитрость с умом. Уже и не кричим. А чё так? Наверное, в голове кружится. Постой, судья, постой. Не останавливай. Сейчас Крысавелла со спины камбэчить начнет.